Впрочем, не только продукты присутствовали на этой ярмарке. Художник Леван Гелавнишвили привез продукцию своей керамической мастерской на выставку. Так он решил поддержать инициативу ярмарки в Иргнете. Просто расскажите, какие продукты привезли с мастерской, как называется? И... Керамическая мастерская у меня есть там, это село на Тахтариков, Сказский район. Угу. И там делаю. Это все ручная работа. Все. Понятно. Скажите, а как узнали про эту ярмарку? Как решили сюда приехать? Как решили принять участие в этой ярмарке? Через интернет. Это же моя села, короче. И... В Иргнете? Да, это Иргнете моя села. Я отсюда. Угу. Из этого села, короче. И потом сказали, что давай принимай участие, такое-такое это есть. И приехал вчера. Принес свое это зелье. Ну как люди, местные люди покупают или те, кто из Тбилиси? Местные очень много покупают. Скажите, а вы наверняка знаете проблемы села в Иргнете. То есть какие главные проблемы? То, что коммуникации или безработица, или То, что есть, это всего на все. Все в Грузии. То, что проблема есть, и то и проблема стоит вот здесь, в нашем селе.